Добрый день, дорогие друзья! С вами канал «Деньги в интернете». Время от времени мы рассказываем вам про сайты, на которых каждый из вас может заработать без вложений, очень легко и просто. Сегодня речь пойдет о ВК-таргет. Приступим! Вот так выглядит главная страница данного проекта. Все достаточно просто, он позволяет накрутить подписчиков и лайки. А взаимодействовать здесь могут рекламодатели и пользователи. Что касается услуг и цен, можете посмотреть на главной странице. Вот, допустим, вступить в сообщество 1 рубль. Представлены здесь самые популярные социальные сети на сегодняшний день. Также доступна статистика за 24 часа. Данный сайт позволяет зарабатывать небольшие денежки. Конечно, здесь вы много не заработаете. Это так, знаете, если не хотите развиваться в более серьезных направлениях, ну или просто совмещаете обучение с вот таким небольшим заработком. За день здесь вполне реально накопить на чашечку кофе, на шоколадочку, мороженку, ну или банку пива, в общем, кому что нужно. После того, как вы зайдете на данный сайт, необходимо пройти регистрацию или войти при помощи представленных социальных сетей. Я авторизуюсь при помощи ВКонтакте. Ссылка на данный проект, кстати, будет в описании. Итак, можете заметить, у меня 80 рублей на балансе. Выводил я несколько раз. 90 рублей, 95, 130, 100. В общем, так, понемногу. Но тем не менее, проект реально платит. И здесь можно немножечко дозаработать. После регистрации переходим во вкладку «Заработать». Подключаем все профили в социальных сетях, а именно ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Также ставим «Показывать уведомления о новых заданиях». Ну и если у вас появятся какие-то дополнительные уведомления, тоже их выполняем. Например, меня просят указать город в моем профиле ВКонтакте, но я пока этого делать не буду. На данный момент мне доступно 11 заданий. Вступить в группу, поставить лайк, также в Одноклассниках вступить в группу, поставить лайк на Фейсбуке. Вот смотрите, вам даже будут платить деньги за то, что вы смотрите видео на YouTube. Давайте перейдем в сообщество ВК, вступим в него, нажмем «Проверить», готово. На балансе 81 рубль. Я обновил страничку, стало доступно 7 активных заданий. Давайте вступим в еще одно сообщество. Вступаем, нажимаем «Проверить», готово. Сразу на балансе 81 рубль 48 копеек. Ну и давайте лайк поставим. Поставили лайк, проверяем, готово. Денежка добавлена. Попробуем еще раз обновить. И снова доступно задание. Вступаем в сообщество, проверяем, и денежка начислилась. Вот так очень просто мы можем зарабатывать небольшие денежки при помощи социальных сетей. Повторюсь, обязательно подключите все аккаунты, которые у вас имеются, чтобы получать как можно больше заданий. Ну и последний раз давайте вступим в сообщество ВК, проверим. Дело сделано. Вот так на глазах за минутку я заработал 2 рубля. Совершенно не напрягаясь, ничего не выполняя сверхъестественного. И при этом можно сделать гораздо быстрее и больше. Конечно, это небольшая сумма, но за день можно накопить на какую-нибудь шоколадку, булочку хлеба. Работая месяц, здесь можно накопить на оплату интернета, сотовой связи. В общем, кому что нужно. Ссылку на данный проект я оставлю в описании. Чтобы вывести деньги, переходим в наш баланс, вывести деньги и выбираем платежную систему. Киви, Яндекс.Деньги, можно на мобильный телефон, PayPal или WebMoney. Минимальная сумма для вывода всего 25 рублей. Мне платеж ни разу не отклоняли, все стабильно и достаточно быстро. На этом все, дорогие друзья, ссылка на ВК-таргет будет в описании. А с вами был канал «Деньги в интернете». До новых встреч! And just levitate.